даже не думала никогда, что я начну петь на русском и что работать буду. За три года вы начнете так разговаривать? На самом деле, я очень быстро научилась. Я всегда старалась общаться. А то есть у нас есть певицы и певцы, которые здесь живут по 30 лет. И все так говорят, понимаешь, немножечко они сейчас яичко почищут, а потом они всю свеклу все это порубят, не понимаешь? Просто... Поэтому то, что вы так говорите через это же, ну, блестяще. Не просто... Мои вам комплименты. Знаете, поговорить еще бы надо. Все, а мы ли она не сделала впечатление тупой? Дело. А я не говорю, что она тупая. Я говорю, что образования нет у нее. А я знаю несколько человек, прямо вот, у которых есть образование и не одно. А поговорить не о чем. Поэтому не обращайте внимания. Ты кого имеешь в виду? Ты меня, что ли? Почему это тебя? Я этого не сказала. Свидетель, я это говорила, я даже в твою сторону не посмотрела. А ты себе так говоришь. Как? Ты даже мне вот хамишь с улыбкой. Я? Да. Так что это? Знаете, Роза, не вас я имела сейчас в виду. А почему вы в одинаковых платьях пришли? Потому что мы дружим очень давно, мы все время вместе друг друга поддерживаем, как группа моей поддержки. Мы все-таки решили вот так одеться, неожиданно, неординарно. А у меня другой вопрос. У сватик там прикол-то, а вот у невесточки это... Как кто пришел сюда себя, так сказать? Так поскромнее бы надо. Да, конечно, еще успеет, когда все это будет на уровне коленок. Давайте вас посмотрим. Александра. Я, конечно, понимаю, что прозрение – это финал. Я должна, по сути, к этому прийти, но я не могу. Я тогда от смеха лопну просто, потому что, ну, всяко в жизни встречала. Вы знаете, да, история очень интересная, моя жизнь, которая у меня была. Мне было 18 лет. Я окончила школу с красным дипломом, с золотой медалью физико-математического. Не смотрите, что я блондинка, я достаточно хорошо знаю, вот даже могу вам теорему Ферма доказать на экране, если хотите. Да ладно, да. Да. Я поступила в институт. Я встала и ушла. Просто уехала к маме. И тут в одночасье он стал вот так. И тут в одночасье, да, его как бы его вот так. Выяснилось, что он на нервной почве прям в секунду потерял. Он начал плакать, он звонит мне и говорит то, что... Что он делает? Он звонит мне и говорит, да, извините, пожалуйста. И я приезжаю, он начинает мне все это высказывать, начинает плакаться. У него лопаются сосуды, и у него... Не ослеп, а мутность в глазах. То есть он не видел практически ничего. Мутность. Это на нервной почве. Давление, да, старости, да. Потому что волочиться за молодыми девчонками, надо думать о давлении. Надо немножко беречь себя. И вот пока он с давлением, вам пришлось заполнить какую-то анкету. Я залезаю заполнять то, что приехала скорая, и залезаю заполнять паспорт, открываю его, все вписать, а тут на тебе печать. Я говорю, женат. Я говорю, ничего себе. Это вы три года с ним прожили, да? Да, да. И вот вы ему говорите, ах ты сволочь, значит, сволочь слепая. Нет, при том. Я... Ах ты сволочь слепая. Сказали смешно, вы мне, конечно, не сказали. Говорить сволочь слепая, нет. Понимаете, это как произошло то, что я не обиделась. Я потом человека три дня была с ним, когда у него зрение более-менее стало. Я не разговаривала, я молчала. Я просто молчала, смотрела на всю данную ситуацию. И... А представляете, какая вы? Вот пока он там слепой был, вы могли вот так показывать, там всякие пальцы, язык, да? Нет? Или это он видел? Конечно, ты жестокая, я прям вот вижу, что ты бы так вот делала, да. Я бы говорила ему, мое счастье, как мне тебя жалко. Нет, знаете, я так не стала делать. Я на него смотрела, мне было настолько жалко и обидно, то, что я с ним не общалась. Три года лучшие в своей жизни. А вот с ласковыми словами у вас как? Вы знаете, ласковые слова, как мусик, пупусик, зайка, не зайка, это уже прикрепляется, и когда близко общаешься. Я сейчас скажу другие слова. Можно? Мусик. Можно? Мусик. Галантный, ухоженный, элегантный, скромный, ответственный. Это прямо будете в постели ему говорить, вот ты мой галантный, вот ты мой элегантный, а сейчас вот так вот я хочу... Ну как? Галантный, элегантный. Хорошо, дорогая. Тяните карту. Мусик больше покатил. Кротик. Ой, спасибо. Ой, и у вас карта мира, только карта перевернутая. Это как раз говорит о том, что и опыт вы из предыдущих отношений пока никакой не извлекли. Мне кажется, что вам нужны промежуточные отношения, уж простите. Какой-то легкий роман или легкий флирт, который...
снимет напряжение по поводу необходимости выходить замуж и быстро как-то устраиваться и подарит возможность просто почувствовать что-то и полюбить, а потом уже строить совместные планы. Александр, покажите сюрприз. Он обратил на меня внимание, сразу познакомился, на следующий день мы с ним встретились и, можно сказать, больше не расставались. До определенного времени. В смысле, как не расстались? То есть прям сразу ночевать пошли к нему? Мы встретились, сходили на свидание, и потом он стал мне говорить, что мы с тобой поженимся, родим сына, у нас все будет хорошо, переезжай сразу ко мне. Я говорю, ну а что же такая спешка, почему же так скоро все? На что он мне ответил, что если не так, то по-другому я буду гулять. А гулять я не хочу, я уже нагулялся. Да, и вот для него это было весомым аргументом. И я это приняла. И мы стали жить вместе. Через 2 месяца мы сыграли свадьбу в Индии. И через 3 месяца мы сыграли свадьбу в России. Но все законно расписались? Законно расписались, все было хорошо. Ребеночек родился? Ребеночек не родился, нет. А когда он вдруг в тиран-то превратился? Вот как раз-таки после свадьбы. Например, я жду его с работы. Приготовила вкусный ужин, все, как он любит. Но зелень я положила в тарелки так, как, положила бы любая обычная женщина. И то он есть приходит... грязную, немытую или мокрую? Нет, я ее все-таки помыла. Но она была мокрая? Она уже высохла к его приходу. Итак? Она просто лежала, обычно лежала. Не красиво разложена по тарелке, обычно лежала. И он приходит, видит красивый ужин, украшен там зеленью, помидорами, всем, чем только можно. И видит на другой тарелке некрасиво разложенная зелень. И он начинает истерить, там, зовет меня с верхнего этажа, говорит, смотри, иди опаньки, сюда, там, что-то. Поподробнее. Какого этажа? То есть вы жили. Мы жили, в имении? Мы жили в двухъярусной квартире в центре города. И что, у него не было женщины, специально обученной, как подавать зелень? То есть на квартиру накопил, а. А зачем? Домработница есть уже. Бесплатная. Ну, вы знаете, мне хотелось сделать для него. Все своими руками. И поэтому вы сказали, не нужно никакой кухарки, я буду сама. А самой было сколько лет? Мало. Сколько? 14. Чуть-чуть побольше. 15. Мне было 19. А ему? 47. Нет, ему было 30. И вот эта старче, которая уже нагулялась, стала приставать к этому, может, другого чего хотел. А представьте, если бы он пришел, стол, скатерть какая-нибудь фантастическая, красного цвета. Лежите вы нагая, и у вас укроп во рту, в руках по пучку зелени, петрушечки. Ларисе надо в КВН почаще появляться в жюри, да? Вот, к сожалению, оказался такой человек, что он сам не знает, чего он хочет по сей день. Ой, нет, наша сила, когда нас мужчина хочет. Не хочет, все беда. Я тоже так решила, поэтому я слилась, двинулась дальше. Через 10 месяцев, но для меня месяц был как 2 года вперед. Ленусь, честно, вот теперь уже не 19 лет, теперь уже девушка пожилая, 23 года. Анализируя прошлое, в чем была ваша проблема, как вы считаете? Я очень уступчивая. В принципе, в отношениях я очень уступчивая. И для меня легче согласиться с мужчиной, чем... Ну вот как мог прийти мужчина, который в вас влюблен, вы недавно женились, ему делать больше нечего, как залезать под рояль и искать там пыль? Он что, вот сумасшедший или... Ну, он говорил, что у меня очень много свободного времени, что я могу... А вы не работали, да? Нет, на тот момент я училась, и я училась очень хорошо, для меня было важным сдать экзамены на 4-5. А вы какой институт закончили? Нижегородский государственный педагогический институт. То есть все остальное время вы должны были как Золушка, фасоль перебрать, чтобы у вас не было много свободного времени, чтобы вы не занимались глупостями. Да. А что, я считаю, правильно. А что еще делать-то ей? А как он мог, как он посмел паршивец обвинить вас в том, что вы больны на голову? Если вы замученная, сидели уже от усталости, скрестив руки так на коленях, смотрели в одну точку, просто отдыхая, он говорил... А ну-ка сюда смотреть в глаза, потому что иначе я тебя психушку сдам. А чем-то она так упахалась-то, я не пойму, не так. Два этажа. Да, два этажа. А петрушечку промыть. Ага.
Роза, но я училась, понимаете, я вставала в 7:30. А зачем ты, дорогая моя, за 2 месяца только знала мужчину? 2 месяца? Ну, ударь ее, подойди. И пошла, да, это, да, да, что ж, да, ее ударить? Она сама себя наказала уже. Ну, вот такой был мужчина. А к олигарху, вот так вот вы все хотите замуж за олигарха выйти? Я не хотела выйти замуж за олигарха. Ой, Мам герой де аморе сину эстас, мам герой но пео эсперар, но суситу перердеки, хунтрами, синтра морно пео сеир. И прошу. Спасибо. Ну какая тебе разница? Про программу давай поженимся. Да пусть она живет и процветает. А Розе жениха, а Ларочке здоровья, да, а Василисе ну, новых детей. Вы мне жениха уж целый год обещаете. А вот вы стилист, визажист, художник. А что рисуете? Еще сейчас вот певица уже. Что рисуете? А, я пишу картины. Пишу в стиле символизма. В стиле импрессионизма пишу. Угу. Тебя что-то вот просто сидеть и... Да, и я даже свою бумажечку. Импрессионизм ручкой вы себе представляете. Лариса, я не пишу... Не этой же ручкой, не моей. Просто не обязательно что-то из ваших... Вот любые формы, а у нас человек, который знает и разбирается во всех символах, вы просто ей дадите... Да, знаю, что самые красивые цветы растут на цветочной поляне. В лесу, но принести всю цветочную поляну сюда, к сожалению, не удалось. Я решил часть поляны принести сюда. Спасибо большое, что это именно так, потому что я почему-то сразу думала про акт вандализма с вашей стороны, что вы дернули цветами. Да. Обалдеть! Какая красота! Незабудливый мужчина. А вот эти вот тычинки и пестики, как это эротично, как это сочетается с «давай поженимся», мне прям аж даже неприлично смотреть на этот торт. А тебе не надо смотреть на этот торт, мы с тобой это на диете. Угу. А это марципаны. Знаем. Ну, давайте цветы дарите. Ну, сами давайте. Положите их вот так, Розе. Все. Роза, тебе от меня. Посвящаем тебе. И ты, Вась, тоже, да? Или нет? В смысле, я посвящаю Розе? А там да, еще... я не против. Ну на, нет. На, на! Может быть, у вас и были проблемы с вашей женщиной из-за того, что на ней официально не женились? Нет. Регистрация брака – это не самое главное, что есть в отношениях между мужчиной и женщиной. Заметьте, ни одна из женщин за 5 лет не произнесла эту фразу. Очень много женщин, которые думают именно так. Я вас хочу разубедить. Любая женщина мечтает, чтобы ей сделали однажды предложение. Потому что это как бы официально такая стеночка бетонная, за которую она... Вы не пытались бороться? Нет, пыталась. Я сразу как? Научилась... Какими средствами? Сразу научилась пользоваться его мобильным телефоном. Как-то включила его, нашла номер той девушки и... Позвонила, сказала, что это грех разбивать семью. Ну, как бы у нас ребенок. Я обращусь к Ольге из первой комнаты. На секунду, Оль, иди, пожалуйста. Вот просто подойди и посмотри на эту женщину. Посмотри ей в глаза. Вот что? Просто посмотри ей в глаза. Ну, человек тоже хотел счастья. Да, правда, правда. Вы ее еще поцелуйте и поклонитесь прямо со словами. Нет, это издержки молодости просто. Да, конечно. Золотая моя, подойдите ко мне. Спасибо за поддержку. Моя хорошая, садитесь.